И снова здравствуйте, дорогие друзья, любители компьютерных игр. Мы попали в какую-то жопу. Far Cry 5. Что-то мы штурмуем, я вообще не понял, как я сюда попал. Прям в яичко. Блядь. Я попадаю. Не могу в бензобак попасть. Не могу в бензобак попасть. Это что было только что? Нихуя он не видит, блядь, по-моему, если ты так себя ведешь. Мы готовились к стихийному бедствию или кризису, а тут сумасшедшая секта. Что тут происходило вообще? Передвинусь туда! Что ты вафлишь? Двигай давай! Подойди, у меня есть мысль. Давай, излагай. У нас тут бог знает, что творится. Я знаю. Я Джером, пастор Фолсенда. Спасибо за помощь, но это еще не все. Сектанты перевозят пленных, и Мерл среди них. Времени нет. Бери, что нужно, и выдвигаемся. Я вызову еще людей. Уверен, нам понадобится их помощь. Так это ты шмалял из гранатомета? Я, блядь, вообще, у меня все было под контролем, но сейчас какая-то творится жопа просто. Так они и сами неплохо справляются, слушай. Ясно. Yes. Спасибо, что спасла мою задницу. Давай, пизду отсюда. Спасибо, что спасла мою задницу. Это наши пацаны. Надеюсь, орут не наши пацаны. Нужно ему помочь! Нельзя стрелять первого! Миномет? Надо прятаться под мостом, наверное, да, от миномета. И по итогу освободить какого-то Мерла. Я знать его не знаю, куда вы меня втянули? Я вообще салага.
Че я тут вам, блядь, исполню? Я салага. Я салага. Фига-то тут, блядь, притырился аптечками, мудак. Я не хочу креститься. Господи! Спасибо! Хуй-сиба, блядь! Помощник, мы отправили к тебе вертолет. Держись, пока он не прилетит. А, чё, блядь? У меня всего лишь снайперская винтовка. Напряжение. Очень напряженно. Давай, бро, вся надежда на тебя. Я пошел на какую-нибудь возвышенность. Я, блядь, даже не могу забраться на возвышенность. Нет, могу. На тебя, блядь, за Иосифа. Сида твоего. Эй, кто? 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 Хорошо, что ты так медленно идешь. Блять, какая-то жесткая миссия, слушай. Слушай, а почему мы просто не можем с тобой взять и съебаться, а? Помощник, мы отправили к тебе вертолет. Держись, пока он не прилетит. Берегись, сигнальная ракета. Скоро они пришлют подмогу. А есть у нас мины? За миномет. А, миномет, спасибо. Спасибо тебе, друг. Так, взорвать. Потеряли последние мозги. Нормально. Так, где мы? Я снесу тебе башку! Ой, хорошо бахнуло, слушай. А ты меня будешь прикрывать, нет? Так, нормально, слушай. Нормально бахнули. Они, получается, только спереди, да, нападают? Вон они идут. Плывут. Ты, блядь, там меня прикрывай. Блядь, он меня не прикрывает, нихуя. Какой может быть миномет, если он меня не прикрывает? Ладно, миномет, где? Не влезай, убьет. Ты, блядь, меня прикрывай давай. Влезай, не влезайте. Один прошел. Блять, они меня хуярят, жену. Я не жилец. Я понял. Ты, короче, отвечаешь только за себя, но не отвечаешь за меня. Я правильно, да, понял? Мы отправили к тебе вертолет. Держись, пока он не прилетит. Этим пользуются. Красиво.
поэтому я буду действовать по-своему. Ты уж прости, извини. Чё, блядь, кто, блядь? Кошку кидают? Не пойму откуда. Говорят, что отсюда. Где вертолет? Где ебучий вертолет? А, он прямо здесь. Что, блядь? Что, блядь? Помощник, мы отправили к тебе вертолет. Держись, пока он не прилетит. Берегись! Сигнальная ракета! Сейчас я буду вас заваливать. Да они вообще охуели, по-моему. Там про мозги никакой речи не может и быть. На всякий случай сюда пахнет. Все, все, уходим, уходим, уходим. Уходим повыше, подальше к вертолету. Твоя смерть будет мучительной. Красавец, прям прилетел куда надо. Че это, блядь, за звуки такие? Да какого, блядь, используй, блядь, аптечку, идиот! Блин, что-то жестко, слушай. Я не жилец. Прям очень жестко, но мне нравится. Вообще круто. Помощник, мы отправили к тебе вертолет. Держись, пока он не прилетит. Береги. Сигнальная.
Один прошел. Так, все. Выматываемся отсюда. Блять, почему я в него попасть, сука, не могу? Я попадаю куда угодно, блять, но только не в него, блять. Я попадаю вот эти тросики или что это такое? Да блин! Где ты есть-то, ёб твою мать? Давай прыгай быстрей! Вот ты мудак, а? Спасибо, напарник. Сейчас еще и пилота могут убить. Это будет вообще пиздец. Во! Даже у меня сердце колотится, как бешеное. А у меня как колотится, как у бешеного, бешеной собаки дикой. Будьте вы прокляты, мудаки. Я даже гильзу увидел, по-моему, в какой-то момент. Они забирают нас против воли. Знаю, ты ищешь своего друга, но людям нужна помощь. Мы наберемся сил и освободим пленников, каждого из них, обещаю. Приходи, когда Фолсен снова будет свободным. Ищи меня. Пидоры. Реально пидоры. Что спасает нас, Спад. Давай куда-нибудь нас вези подальше, в Казахстан, допустим. Не знаю, где поспокойней. О, очень жесткая миссия была, и ее прям мне навязали, потому что я ходил, бродил, освобождал типа блокпосты и. Передымщики поймут, что мы для них серьезная угроза. Надеюсь, что Хадсон вернется в целости. Никто не заслуживает попасть в плен к сектантам. Да, Хадсон мы вытащим. От страха люди потеряли последние мозги. Пастор Джером приказал доставить вас в целости и сохранности. Зря он так волнуется. Так, пастор Джером идет нахуй. Мне надо... судья Лось. Мне нужен судья Лось, мне похуй на пастора Джерома. Так, на карте, пожалуйста. А, вот. Ой, нет, далеко, ты что гонишь? Американские автомобили. Где это у нас? О, совсем недалеко, кстати. Туда и поедем. Нам наша защита не особо нужна. Даже не знаю, кто из вас круче, ты или Мерл. Да я круче, конечно.
тут, блядь, не попишешь ничего. С 10-го раза, наверное, прошел миссию вашу сраную. Слушай, мне надо что-нибудь похавать. Это не входябельное, да? Это, блядь, не входябельное. Дом, ну я живи... А, нет, он входябельный. Вы, я. Вместе, блядь, дружные. Познал грехи. Семья. Отлично. Грешника не хотели схватить. Педики ушастые. Призыв к жатве. Коллапс гради... А, это мы читали. Это в каждый дом. Доставляют. Пожрать есть что, блин? Холодильник не открыть. Ёб твою мать. Жрать охота. Консервы не открыть. Что делать? О, нет. Твоему примеру я, пожалуй, не последую. Ключ? Да, чё, блядь? Чё за ключ? Я так и не понял. Явно он откуда-то... Недалеко, да? Типа сарай какой-нибудь. Сюда не подходит. А вот, наверное, какой-то сарай. Да. Пардон. Здесь у каждой семьи, короче, есть вот такая вот, вот такой вот бункер. Нужно подать питание. Записка для Доверспайка. Лес. Я понятия не имею, чего эти ребята из Хилгард Электрик так дергались. Не нужен тебе диплом специалиста по электротехническому проектированию. Мы с тобой сделали здесь все своими руками. В жопы этих... Эти их требования безопасности. Я же купил месяц назад у Реда датчик дыма и систему пожаротушения. Ну и все на этом. Так. Датчик дыма и система пожаротушения. Может, нам надо сделать дымовую шашку? А ее сделать нельзя. Ее можно так купить. Так, ну с проводами здесь хрен поймешь. Он не туда идут. Ну, я думаю, здесь надо, типа, дымовую шашку запалить, и все будет норм. Ну, типа, оно откроется. А, вот смотри. Записка выживальщика. Ей, вы, срадые сектанты, вам ни за что не попасть в мой бункер. Он неприступен, я сам его построил. А если даже вы туда пролезете, обратно вам точно не убраться. Блять. Может быть, я к лучшему, что мы туда не попали. Так, ну-ка, слушай, мне это интересно. Сделал я умирать вам. Отслеживать, найдите тайник.
Ну да, типа, ну вот он, тайник есть. Резист. Нам нужен... Че? Нам нужен, получается, противогаз и дымовая шашка. Ну, противогаз я не знаю насчет противогаза, но дымовая шашка здесь и есть, должна быть. Да как тут ездить? Тут, блядь, дороги даже не видно. Прям музыка кстати, а? Ай, хорошо. Куда мы едем? Куда мы едем? Хочу узнать. Американские автомобили, может быть? Да. Туда едем. Я еще не понял, что означает кинуть в банку. Бандиты Иоанны и так войны. Очередной раз отправившись за продуктами, задумайтесь, что вы... Что за банка? Хер его знает. Так, тихо. Да ты обкуренный. Грешница! Я убью! Сдавайся! Блять, какой он жесткий, а? Слово Иосифа! Закон! Гори в аду! Заткнись, блядь, под жопу дал ему пинка, блядь, а он сдох. Не, реально жесткий какой-то мудак. Слушай, ты ж... А здесь где-то был этот? Блядь, сколько жар тут, а? Я найду тебя! Боже! Кто-то по нам стреляет! Здесь же вроде заложник был. Показалось, значит. Утро, между тем. Блять, тут их просто до хера. Так, это у нас аванпост сектантов. Так, мне нужно забраться на горочку. Ну,
С горочки ни хрена не видно, потому что мы находимся... в зарослях. Как нам наверх забраться? Вот, музыка Иосифа меня всегда радует. Надеюсь, вы рады так же, как я. Вы чувствуете величие проекта? Ну, типа, походу, двое осталось. Блять, включу. Блять, а где еще одна тревога? Так, ждем с юга, значит. Нихера себе, видали, кто пришел? Какой-то броневичок. Тебе крышка!
О, это был жесткий, конечно же, аванпост. Ну да. Но мы старались как могли. В смысле? У нас все нормально. Помощник, они забрали жажду смерти. Дело дрянь. На нем был М-60. Надо его вернуть, пока ЭДМщики не изрешетили все вокруг. Он жрет бензина больше, чем я пью пиво. Если нам повезет, найдем ЭДМщиков на заправке. Ближайшее Голден Вэлли. Проверь. Проверю. Хорошо быть облаком. В доме Ларри как-то странно мигает свет. Может быть, напряжение скачет, но мне кажется, что он опять принялся за свои эксперименты. Надо проверить, как он. Ну вот ты этим и займись. Слышал, ты познакомилась с Иоанном поближе. Да, было дело. Мы делаем все, что можем, чтобы покончить с Иоанном. Надеюсь, Хадсон потерпит еще чуть-чуть. Наука выживать — это как страхование. Как я рад тебя видеть. Спасибо за помощь с ЭДМщиками. Мы с отрядом обороняли мастерскую, но их было больше. Нас поймали и заперли. Они решали, кому из Сидов нас отдать. Иоанну, Иакову или Вере. Если сможешь найти и спасти остальных, я буду очень благодарен. Мне нужно время, чтобы перевести дыхание. Так, ну здесь, да, пригождаются, кстати сказать, и гранаты, и всяческие вспомогательные. Штуки-дрюки. Так, а где у нас? А, вон он. Сектанты тебя ищут. Я слышал, что здесь сектанты... Оружейник. Спасибо за помощь. Пожалуйста, всегда, блядь, готов. Подожди. Вот так нормально. Давай пополним боезапас, во-первых. А, пулом. Нормально. Так, предметы. Аптеки. Покупаем. Бронежилет у нас есть, да, получается? Так, эту херню не знаю. Ну, давай возьмем. Там вот это, типа, задание было. А где оно, кстати, было? Оно же недалеко, да? Согласен? Сделал я, умирать вам. Добейте участка Деверспайков. Не-не-не, подожди. А что это означает? Вообще непонятно. Серьезно. Тебе нужно опережать Иоанна на один шаг. Да пошел ты нахер. Когда тачки приезжают умирать. У кого есть мозги, должен всегда иметь при себе хотя бы два вида огнестрельного. Готов спорить, что эти тупые ЭДМщики хранят бензин без креса. Ну, типа, из этих записок я так понял, что, типа, вот эту противопожарную систему настроил так, что она толком не работает. И надо только дымовую шашку запихнуть, и что-то произойдет. Ну, насколько я понимаю. В описании миссии написано что-то, ну, какой-то бред. Типа, заманить туда... этих самых.
мудаков. Людей по фамилии, у которых фамилия мудаков, их заманите, и будет вам счастье. Найдите тайник. Ну смотри. Эй, вы сраный сектант, вам ни за что не попасть в мой бункер. Он не преступен, я его сам построил. Нет, это не то. Заходим в бункер, правильно? Правильно. Здесь есть такая записка. Лес, я понятия не имею, чего эти ребята из Hilbert Electric так дергались. Не нужен тебе диплом специалиста по электротехническому проектированию. Мы с тобой сделали здесь все своими руками, в жопу этих требований безопасности. Я же купил месяц назад у Реда датчик дыма и систему пожаротушения. Ну и все на этом. Так, здесь нам не пройти. Нужно подать питание. Давай попробуем. Вообще пофигу, да? Провод, смотри. А, это не провод, это просто добраться отсюда можно. А где провод, хер поймешь, у них тут электрическая, вернее, солнечная батарея. Ну, блядь, такая себе загадка, знаешь, если, блядь, электричества нет, как я его подам? Он показывает в дом где-то. Да заткнись, блядь. Тут главное, для этого пидора электричество есть, а для открытия двери электричества нету. Шо это? А это шо? Так, это тоже какая-то херня. Ну, вообще непонятно. Это тоже какая-то подсказка, типа, но... Что, блядь? Ну, вообще, согласитесь, непонятно. Типа бум-бум-бум и крестик. Чё? Это что-то, чё сейчас было? Ну, это тоже не помогает. Ладно, займусь этим как-нибудь потом. Че, я там еще не всех освободил, что ли? Ну
Да, кстати, у нас же дохрена уже очков навыков. Слушай. Спецвыживание добытчик. Получить навык. Вы получаете вдвое больше материалов при охоте и сборе растений. Не интересует. Вот это что такое? Увеличение здоровья 1. До 150%. Это я даже не обсуждаю, сразу беру. Отлично. 13 очков навыков. Так, это у нас король рыбалки. Нет, не интересует. Горелка. Открывать сейф и чинить транспорт. Интересно. Атаки животных причиняют меньше урона. Я понял. В магазинах теперь будут доступны взрывчатки. Ага. Увеличение здоровья 2 уровня. На 200%. Беру, даже не думая. Отлично. Так, костюм крыло. Получается костюм крыло. Чтобы использовать его, нажмите Shift. Переключайтесь между костюмом крылом и парашютом в полете, чтобы улететь дальше. Угу. Получить навык ПП и дробовики. Ускоренное перезаряжение, прицельная смена оружия. Так. Так, слушай, я возьму, короче, вот это вот. Костюм крыло. Просто, чтобы отдать дань. Отдать дань классическому Far Cry. Ну, третьей части. Ну и дельтаплан тоже можно считать костюмом крылом. Потому что оно пошло уже со второй части. Так, 2 очка навыка. Сохранить либо потратить. Да давайте человек-амфибия возьмем. И вот это вот возьмем. Я не знаю, что такое, но пойдет. Нормально, все потратили. Вот, скажем, 300 метров, да, тут опилить. И что думаете, я буду тут опилить, что ли? Ой, ты шо? Конченый человек, слушай. И все, использовал просто костюм крыло и парашют в комбинации. Так, а что найти? А, пленников найти. Подожди. И что, медведь? Пошел нахер отсюда. Это мой блокпост. Давай, медведь, задай. Держись, бро, иду. Да он отгрыз тебе всего лишь выписку. Он похож был на Музыченко только что. А, не ожидал от меня? Ай, блин. Одного чувака сожрали. Ну и хер с ним. Еще медведь? А, это там медведь был? Он что делает? Он. Это вообще ёбнутый медведь, я тебе говорю. Его надо. Блять, как переключается-то. Ага, вот этой взрывчатки его надо. Обезвредить нахуй. А, так нормально.
Ну ты чё, мадам, сюда не можешь запрыгнуть? Что за беспредел? Мы тут за всем присмотрим. Здоров. Ты отличный боец. Спасибо. Ты чё шкеришься? Нормально все было? Так, а где третьего освободить? Тебя тоже крестили. Отстой. Может, на прилавке? Или висит на стене сзади? Точно знаю, где-то там. А, ключ нужен. Вот он. Ключ должен быть спрятан где-то за прилавком. Да заткнись. Не думала, что получится. Спасибо за помощь. Счет за жажду смерти, бронированные панели, пуленепробиваемое стекло, безопасные пуленепробиваемые шины, укрепленное дно, пулемет М60, покраска вручную. Итого 62 500 баксов, установка 5000 баксов. Итого 67 500, да, заказчик Мэрил Брикс. Блин, жажда смерти неплохо так стоит, слушай. Так, что там еще за значки у нас? Мне масло надо поменять, кстати. Да мне вообще насрать, что тебе надо. Когда здесь снова появились волки, экосистема накрылась медным тазом. А, карта. Так, ну и что? Эта серия была очень жесткая. Не считая вот этих медведей, мы с пацанами еще так неплохо затусили. На том самом мосту, помните, у нас есть какая-никакая снайперка. Неплохо справляется, кстати. Хорошо, сказать. Автоматическая, не надо после каждого выстрела перезаряжать, что меня очень радует. И я думаю, на этой ноте мы с вами попрощаемся до следующей серии. Надеюсь, прохождение вам нравится, поэтому ставьте большой палец вверх, комментируйте. Подписывайтесь, если не подписаны, и бейте в колокол. Всем счастливо, всем пока.